Он не просто наставляет Зука на правильный путь, но по факту помогает всем героям, рано или поздно. Цитаты и мысли, вложенные авторами в уста Айра, можно записывать и повторять как мантру ежедневно. По сути, самые глубокие и мудрые мысли сценаристов были высказаны зрителю именно через него. А вот некоторые из них. Важно научиться черпать мудрость из разных источников. Если брать ее только в одном источнике, то она становится жесткой и черствой. Научись понимать других, другие стихии и другие народы, и ты станешь совершенным. Это твоя судьба? Или кто-то тебе ее навязывает? Подумай как следует. Вам пора заглянуть внутрь себя и задать себе пару серьезных вопросов. Кто вы и чего хотите вы? Ну и моя самая любимая. Нельзя поддаваться отчаянию. Если позволишь себе пойти по этой дороге, то предашься самым низким инстинктам. Самые трудные времена надежда — единственное, во что можно верить. В ней — источник внутренней силы. Важность внедрения такого персонажа колоссальна. Мало того, что он, как я уже говорил, помогает сюжету двигаться вперед, но что важнее, он, а точнее мысли им озвученные, привносит в сериал реальную мудрость. Возможно, для некоторых немного прямолинейную и очевидную, но согласитесь, гораздо приятнее показывать своему ребенку сериал, который за боевкой и красивой картинкой скрывает важные размышления и посыл, чем просто красивое, но пустое нечто.